Несмотря на свой возраст, Багамай Губов решил пойти на этот непростой рекорд. Его цель – сбросить до 15 килограммов. Для этого здесь, на стадионе, он будет бегать 5 часов, чтобы установить сразу несколько рекордов. Книги рекордов России, Дагестана и Гиннесса. Багамай Губов уже много лет успешно совмещает карьеру стоматолога и спортсмена. Он мастер спорта, призер различных соревнований по самбо и дзюдо. Несмотря на возраст, он регулярно выступает на турнирах для ветеранов спорта и постоянно стремится улучшить свои результаты. Теперь же спортсмен из Акушинского района решил показать всему миру, как похудеть на 15 килограммов в течение 5 часов. Я уже это 30 лет делаю. Как начал бороться среди ветеранов. А никто не верит, что я могу. Первый раз за какие-то 6 дней я 17 килограмм скинул. И вот это понравилось. И так я каждый год гонял более 25 лет. Увидеть воочию, будет рекорд или нет, и просто поболеть за легкоатлета пришли сельчане, друзья и близкие Айгубова. Честно говоря, для меня самого это удивительно. Потому что я спорт знаю не заочно, а сам занимался этим. Ну, посмотрим. Пожелаем удачи нашему земляку, нашему дагестанцу. Ветеран дагестанского спорта считает, что смысл жизни в том, какую память о себе он оставит потомкам. К тому же Багамай Губов был абсолютно уверен в своей победе. Я уже понял, что я сильнее всех в этом регламенте. Равных нету. Многие не могут. Вместе со мной бегали, они 1,5 килограмма скидывали, а я 7-8. И мне это понравилось. Его дочь также признается, что с самого начала верила в успех отца, так как большую часть своей жизни он посвятил спорту. С самого детства занимается спортом. Я сколько себя помню, все время это ежедневные пробежки, тренировки, поездки на чемпионаты. Он занимался и дзюдо, самбо, греко-римская, вольная борьба. Постоянно он становился чемпионом, всегда приезжал с золотой медалью. Поэтому я не могла не поддержать его в мечте, в этой его, потому что это была мечта его. Именно установить рекорд, рекорд России, Гиннесса и Дагестана по сгонке веса. Я в него верю. У него все получится. Ну а организовать путь к рекорду помогло Министерство спорта республики. Мы сразу, Министерство спорта, отреагировали очень быстро. И я обратился этим письмом, сразу пришел министру спорта республики Дагестан Магомеду Юсуповичу, где нашел полное, стопроцентное понимание. Человек духом, характером, он непростой человек. Конечно, Министерство спорта все приложило, все, что мы можем этому человеку оказать, мы ему сделали. Только надежда, твой человек, то, что сказал, он сделает. Я верю в этого человека, я вижу настрой его. Наблюдал за процессом достижения рекорда эксперт книги рекордов России Александр Пересвет. Он считает, что благодаря таким смельчакам, как Багамай Губов, происходит оздоровление нации. Это потрясающий пример работоспособности, силы и воли для нашего подрастающего поколения. То есть Багама сейчас дает такие правильные ориентиры. И вот, несмотря на все капризы природы, спортсмен сумел достичь своей цели. Багамай Губов сумел скинуть почти 10 килограммов. До него это никому не удавалось сделать. Рекордсмен Айгубов Багама Рабаданович. Я официально объявляю рекорд зафиксированным. Теперь рекордсмен намерен ежегодно бить свой собственный рекорд, а отснятый видеоматериал зафиксированного необычного достижения отправят в скором времени в Книгу рекордов Гиннесса. Зумруд Гамидова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала.